Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и игра Farming Simulator 19. Как вы помните, в прошлой серии я попробовал починить трактор, но, как мы узнали, починка стоит 30 тысяч евро, даже 35. В общем, мы подумали, пока что решили его не трогать. И это что-то с чем-то, блин. Сколько денег за один день ты убил трактор? Ну, игровой день. Убиваешь трактор за целый день. И 35 тысяч ничего не заработав. Да, это, конечно, у них финансовая структура работает ништяк, блин. Ну, месяц поработал там еще это, а тут, блин, реально так, вух, один день, сутки ты проработал на тракторе. Да уж. Я офигею с них, блин. Это что-то с чем-то, блин. Нет, это только возле восьмого. Да уж.
Ну смотрите, у нас 1000 сейчас. За ремонт 35 000, я обалдею. Расходы на аренду техники минус 2000. Ну, пока что минус 3000 у нас все. На ремонт, блин. Это пока что лучше всего брать технику, в аренду брать. В полной программе ее гробишь и берешь новую. Но получается так. Или работаешь только на своем поле. Да ж, ремонт техники, я даже не знаю, как его так правильно сделать, чтобы все было в порядке. Этим комбайном ты будешь долго убирать. О май гад. Он стоит там, не едет, так что...
спецоборудование или рентон. Еще так высыпается. Интересно. Тысячи не так уж и много, но, блин, за ремонт 35 тысяч. Фу. 35 кусков, да. Что-то с чем-то. Солома. Сейчас я полностью заполню его, подгоню трактор с этим и будем потихоньку. Ну пока что давай сами. Надо максимум выгоду суметь с этого. Поехать забрать сейчас еще тот прицеп, чтобы солому подбирать, и будем. Ездить. Комбайн пашет вовсю, как говорят.
сыпь. Чем она не высыпает? Ничего не могу. Не сыпет. Нормально, блин. Скорость-то падает. На таких крутых подъемах он, ну, явно не это. Да, ну, прямо.
Такс. Ну, у нас еще дополнительно будет прибыль от соломы. Это отлично. Доступа к этому участку. Блин, ну как так? Нет? Солома, нет? Ты понял? Да, я думал, солому мы сможем, а тут солому нельзя. Прикольно. Да уж. Плохо, я думал, на соломе сможем сорвать. Не дает. Починка, блин, капец.
надо, блин, починку так за собой засандалить. Это ужас какой-то. Вот что делать, блин? Ремонтировать или продавать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Продавать или починить? Продавать или починить, продавать или починить, продавать или починить, починить или продавать, продавать или починить, продавать или починить, продавать или починить, что лучше? Да уж, жуть. Я думал, солому собирать можно. А нет. Да чё она вообще? За счет минус 4000. Что-то я не понял.
Напишите в комментариях, что лучше, отремонтировать или все же это. Да, это, конечно, интересно. Расклад такой. Не пойму, где-то еще тысячу чем-то взялось. За что? За что, я только не пойму. Минус еще добавилось. Даже работника не нанимал. Да, конечно, это интересно все. Плохо, что нельзя забирать эту салон. Так надеялся забирать салон. Ну не судьба. Плохо, я думал, что можно. Так их проходят рабочие будни на ферме. Но пока что мы работаем на чужой ферме. Свой урожай, я не знаю, когда, наверное, к утру начнем собирать. Кто там? Жалкие копейки. По сравнению с этим, как его, с ремонтом техники, это небо и земля. Реально. Тихо разогнался.
какая-то странная тут эта загрузка этого прицепа. Ну 35 000 это что, нету денег, это во-первых, во-вторых, это невозможно. Я, конечно, все понимаю, но это не там много, как там 35 000. Тут большие поля, это ты долго будешь убирать. Надо что-то думать, что-то придумать. То есть это ты зарабатываешь только на ремонт техники. Вот это да, 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 да. Продажу этого. Твой счет, это на мой. Солому, блин, почему солому нельзя забрать?
Сейчас мы быстренько посмотрим, что, если нам за это, конечно, заплатят за зерно, в чем я очень сомневаюсь. Тонн 12 000 килограмм. Если сейчас за вот этот вот нам что-то заплатят, то будет вообще прекрасно. Если не заплатят, то это будет плачевно. То не возьми, это не трогай. Нам не заплатили. Десять процент произведена доставка на поле один. 10%. Это 10 раз нам. Ну, в общем, вот так вот выполняется контракт. Мы вытащим все остальное и заберем это. Сено нам не дают, поэтому придется нам как-то выкручиваться самим. 4,88. Я не совсем понимаю, за что
как хочет и все. Капец. Я понял. Ну тогда начинает тут. Такой. Хочешь именно так, то не вопрос. Еще раз надо сейчас попробовать будет проехать с этим прицепом, но я очень сомневаюсь. Вообще его домой. Ничего из этого не будет. Зря его тащил. Сейчас как скатимся. Ух, чуть не упали. Да, жаль. Затем я не оправдалась. За ремонт техники столько тратить, это ж ужас.
ночь, ну, почти темная, но не очень. Может, конечно, в другом фоне будет как-то она. Но это не то, не та ночь, про которую все тщательно говорили, что будет темно, некрасиво или еще как-либо. Начал, значит, сейчас.
странная, в общем, загрузка. Как-то она плохо работает. Зацепим бортик мой. Дорогие наши производители игры, вам нужно поработать над этим, потому что плохо как-то было. Что ж, на этом мы с вами попрощаемся. С вами был Вадим Сена и игра Farm Manager Simulator 19. Farm Manager Simulator 19. До скорого, всем удачи, всем пока. С вами был Вадим Сена. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подсказки, идеи, все, что связано с играми. До скорого, всем пока.